Семинар начался с презентации участниками своих проектов. Анна Смирнова предложила в будущем сделать их лаконичнее, но в то же время информативнее. Об успехах и трудностях при реализации своих идей авторы говорили охотно, с душой. Владимир Тюфикчиев – победитель всех конкурсов «Сделаем вместе». Он ставит перед собой непростую задачу – помочь трудным подросткам найти себя. Работа с подростками, которых нужно организовать. Неорганизованные подростки, которых надо организовать. Такая достаточно серьезная задача, потому что у подростков достаточно много, скажем так, альтернативного досуга. То есть они негативно воспринимают культурное проведение каких-либо культурных мероприятий. На семинаре было представлено множество идей, которые при поддержке «Металлоинвеста» сейчас успешно реализуются в Железногорске. Пропаганда физкультуры и здорового образа жизни, сохранение традиций народных творческих промыслов, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Объединяет их то, что авторы смогли собрать в свои команды единомышленников, таких же неравнодушных людей, готовых делать свой город добрее, ярче, современнее. Они говорят не про то, что мы получили уже деньги и как мы их эти деньги потратили, да? Они думают о том, какой социальный эффект получается от реализации своего проекта и какой он дает результат именно на территории своего города. Результат работы авторов проектов может стать еще эффективнее, если верно мотивировать членов команды, подобрать ключ к каждому. Этому победителей конкурса тоже учили на семинаре. Для этого надо просто быть чутким человеком и просто разговаривать с людьми. Потому что часто проблема в том, что просто с людьми не разговаривают и не спрашивают. Иногда даже прямой вопрос. А в чем твой интерес? А что бы ты хотел делать? А что тебе нравится? А что тебе не нравится? И просто даже такая простая неформальная беседа уже в принципе приведет к тому, что ты станешь лучше понимать интересы человека, его мотивы. Говорили на семинаре о разных стилях руководства, их преимуществах и недостатках, делегировании полномочий членам команды. В этом году для победителей конкурса «Сделаем вместе» компании «Металлоинвест» было организовано множество вебинаров и очных встреч с экспертами. Все для того, чтобы авторы максимально эффективно реализовывали свои социальные инициативы. Такие семинары – это, безусловно, обогащение опытом, то есть обмен информацией, получение новых знаний, общение. Это очень интересно, это открывает возможности для каких-то партнерских отношений. Благодаря этим семинарам, да, появился круг друзей, так вы сказали, которыми мы организуем совместные мероприятия, начали общаться. То есть такая тесная связь даже вне рамок гранта. Общегородской грантовый конкурс «Сделаем вместе» компании «Металлоинвест» – центр притяжения самых инициативных горожан. Опыт, полученный именно на таких семинарах, поможет расширить круг городских лидеров.